календарь, и сегодня я хочу вам рассказать, как же получить новейший гаджет от компании Apple, iPhone 6s. Вам интересно? Я вас заинтриговала? Тогда погнали! На самом деле есть два варианта, как заполучить iPhone 6s. Первый вариант, ну, например, вот это. Ну и для второго способа вам нужно всего лишь работать. 3 месяца жрать один доширак. Никакой домашней еды, никаких походов в рестораны, Макдональдсы и так далее. Никаких обеденных перерывов на работе, никакого кофе, ничего. Ты будешь пахать 24 часа в сутки, 8 дней в неделю, без выходных, без всего. Ты будешь круглосуточно работать, ты не будешь спать, ты будешь сидеть дома без света, потому что у тебя не будет хватать денег оплатить коммунальные услуги, ты будешь сидеть без воды, ты не сможешь ходить в парикмахерскую, ты должен не покупать одежду, ты должен вообще ничего не покупать. 3 месяца, это еще со скидочкой, так. А так даже полгода ничего не покупать. Ну и, конечно, если вы все эти условия выполните, то где-то месяцев через 5 вы сможете купить себе iPhone 6s 64 гигабайта, который будет заменять у вас в доме всю электронную технику, а также бытовые приборы, потому что на них у вас не хватит денег вообще. Вот так вот. Так что давайте покупайте iPhone 6s, и жизнь будет просто супер!